Всем привет! Это интересные факты в Melon Playground. Давайте начнем. Первый факт. Melon Playground как Майнкрафт, именно в том плане, что тут и там можно убить кого угодно им же. Зомби его мясом, Мелона головой и т. Д. Второй факт. С большой кукурузы падает больше, а с маленькой меньше. Это логично, но как я посмотрел, маленькая кукуруза может гореть вечно, в отличие от своего старшего брата. Третий факт. А вы знали то, что Blue Sword, Blue Pistol, Blue Revolver, Tool Gun, Impulse Gun и Laser Gun никто не использует, так как они никому не нужны. Tool Gun и Impulse Gun может использоваться чаще, чем я думаю. Всем пока!